Добрый день, мои дорогие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный лимонный пирог. Все, что нам понадобится по рецепту, я напишу подробно под видео. Лимоны моем, натираем на терочке цедру и выжимаем сок. Сахар смешиваем в миске с мягким сливочным маслом и взбиваем слегка миксером. Добавляем яйца, еще раз взбиваем, и больше миксер нам не понадобится. Добавляем сок лимона, цедру лимона и крахмал. Все перемешиваем. Добавляем разрыхлитель, масса сразу начинает пениться. Перемешали и добавляем муку. Тесто получается густым. Форму я выстелила пекарской бумагой, размер формы 22 сантиметра. Перекладываю тесто в форму, распределяю его по форме и отправляю в духовку. Духовку нужно заранее разогреть до 180 градусов. Пирог у меня выпекался 40 минут. Даем ему остыть, после этого достаем из формы, посыпаем по желанию сахарной пудрой. В разрезе пирог получается очень мягкий, нежный, пушистый, с выраженным лимонным вкусом. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!